Всем привет! Добро пожаловать на мой бьюти-канал, и сегодня у нас обновки одежды. Даже не только эта одежда, одежды будет совсем немножечко, также будет новая расческа Vidbrush, которые просто сейчас гремят по интернету. И последнее, это такие милые браслетики с гравировкой «Моя любовь всегда со мной». Мы сами придумали такую надпись. Поэтому, кому интересно, оставайтесь со мной, и всем вам желаю приятного просмотра. По традиции, давайте начнем с той вещи, которая на мне. Это кофточка с цветочным принтом. Это фирма Esprit, и я взяла ее просто за копейки в стоковом магазине. Размер у меня S, скорее всего, это какая-то старая коллекция, и их уже нет в продаже, но тем не менее, она мне понравилась. Во-первых, моя любимая расцветка, она мне к лицу, очень классный материал, это хлопок, он тоненький, в нем не жарко, он продувается. Вроде бы она самая обычная, но вся фишка — это задняя часть, спинка, там такая интересная вставка из ткани, похожая как бы под шелк, но понятно, что это не шелк. Но тем не менее, за те деньги, которые я отдала за нее, это просто находка, и я буду носить ее с огромным удовольствием. Следующая моя обновка — это уже одежда от Faberlic. Помните, в прошлом видео, где я показывала вам свои новые сумочки, в том числе и вот эту зеленую, я говорила, что заказала себе уже блузку от Faberlic, и она уже мне пришла. Это у меня размер 44, кстати, производство Китай, но тем не менее, качество и материалы, и пошивы, выполнения абсолютно не придерешься. Эти блузки идут размер в размер, я брала себе 44, можно было бы, если бы я хотела больше в облипку, взять на размер меньше. Блузка с коротким рукавом для женщин, как всегда, все модели, все артикулы вы найдете под видео. Состав — это 97% хлопок и 3% эластан. Даже для меня это больше не хлопок, а такой плотненький коттон. Тем не менее, сидит она замечательная. Все в ней хорошо, расцветка просто шикарная, она яркая, нарядная, освежающая, по-настоящему летняя. Здесь такие красивые фрукты, зелень, красота неимоверная. Как раз у меня есть такого же цвета бело-молочного брючки, лосинки, вместе смотрится все это замечательно. Единственное, мне, что мне не понравилось, это вот этот срез. По крайней мере, для моей линии среза плечевой это не совсем то, потому что немножечко она здесь оттопыривается. Возможно, я ее немножечко перешью, возможно, так оставлю. Но, тем не менее, возвращать я ее не стала, потому что она реально милая. Сзади она обычная, рукава, яркая расцветка и впереди, и сзади. И впереди также вот такая вот красота. И сзади она совсем немножечко более длинная, это даже хорошо. Поэтому можете брать смело. И, кстати, где-то я специально вам приготовила закладку в каталоге. Но здесь всего наложила. Сейчас найду, подожди. В следующем каталожном периоде, в 11-м, вся эта коллекция от Faberlic будет по очень выгодным ценам. И я засматривалась еще на вот эти хлопковые брючки. И, скорее всего, если они будут в наличии, то я закажу себе 44 размер. И потом обязательно вам покажу и расскажу про качество. И покажу, как же они на меня сели. Поэтому присмотритесь. Очень красивая серия. Яркая, реально летняя. Я ходила по нашим бутикам, типа бутикам. И есть подобные вещи в таких же расцветках. Но стоят они в два раза дороже, чем Faberlic. А если вы консультант Faberlic, то получается от этой цены еще скидка минус 20%, то получается, в принципе, за такое качество отличная цена. Вместе с этой как раз сумочкой блузка смотрится великолепно. С обновками для меня это все. Далее, также что касается Faberlic, я вам показывала уже эту футболку, которая называется «Трикотажная фуфайка мужская с коротким рукавом». Заказываю эту футболку уже не первый раз. Во-первых, цена очень-очень бюджетная, а во-вторых, очень классное качество. И как раз такая летняя морская тематика. Эту футболочку я уже брала для своего племянника. Надеюсь, она ему понравится и подойдет. Следующее, что я заказывала, даже не заказывала, а покупала также в стоковом магазине, это новый комплект для своего любимого братика. Вот такие шорты, это можно носить как домашняя одежда, можно в этом спать. Обычные хлопковые серые, и к ним в
комплекте идет вот такая синяя футболочка, также хлопковая. Качество замечательное, надеюсь, ему также понравится и подойдет. С обновками одежды это все. А следующая моя новинка — это новая расчесочка Wet Brush Pro. Приходит она вот такой вот коробочке. Она у нас сейчас только набирает обороты, хотя за границей она, в принципе, также популярна, ее также любят, как и расчески Tangle Teaser. Мне очень было интересно ее протестировать и вам рассказать про свое мнение. Я ее заказывала на своем любимом уже магазине в Инстаграме, который называется Locon Shop. Для себя я выбрала розовую расцветку с капельками, и основа у этих расчесок — это дерево, плюс вот такое у меня красивое зеркальное покрытие. Что касается щетинок, они безумно мягкие, они гибкие, эластичные, они не теряют свою форму. Да, она волосы не дерет, она неплохо расчесывает, но если сравнивать с Tangle Teaser, то Tangle Teaser, вот это ультимат и вот это для кучерявых волос, работает и прочесывает мои волосы намного лучше. Эта, кстати, расческа также подходит и для расчесывания и сухих, и влажных волос. Если, допустим, сравнивать, вот, начинаю расчесывать волосы, то где-то под конец она все же у меня застряет. Если я беру вот эту расческу Ultimate, то она мне без проблем, можете видеть, прочесывает сразу все волосы. Поэтому эти модели Tangle Teaser все же остаются для меня наиболее подходящими и моими самыми любимыми. Если у вас волосы, во-первых, не сильно длинные, они у вас тоненькие или кожа головы чувствительная, то тогда это ваш вариант. В принципе, многим, я знаю, что дерут вот эти расчески кожу головы, у меня такой проблемы нет. Я очень люблю все же эти расчески, и плюс в них, что на кончиках нет вот таких вот бубушек, как здесь. В принципе, мне понравилось, что эти бубушки все же у меня не запутываются в волосах, в отличие от других подобных массажных расчесок. Поэтому там уже решать вам, брать не брать, но я рассказала вам свое окончательное мнение. Я свой выбор оставляю все же за расческой Tangle Teaser. И, кстати, на моем канале есть подробное развернутое видео про всю мою коллекцию расчесок Tangle Teaser. Плюс я вам рассказываю секреты, как отличить подделку от оригинала. Следующие новиночки для волос — это резиночки Invisil Bubble версия Power. Они идут самые плотные, упругие и лучше всего фиксируют прически и высокий хвост. Для густых и для тяжелых волос это как раз то, что нужно. Почему-то у меня резиночки постоянно куда-то теряются из заколки, они у меня куда-то пропадают. Я не знаю, наверное, какой-то барабашка у меня их просто прихватизирует. Что касается этих резиночек, если они растянулись, в принципе, любая версия, то мы просто их окунаем в горячую водичку, и они принимают свое первоначальное положение, свою форму, и мы продолжаем дальше ими пользоваться. При помощи таких резиночек я делаю какие-то укладки, хвостики, гульки, все ими фиксирую, и также на ночь, только другой версии, более мягкой, я фиксирую свою косичку. Мне нравятся эти резиночки, что они мне волосы не выдирают, никаких они заломов после себя не оставляют, поэтому для меня это то, что нужно. Я также люблю вот эту версию, которая лимитка, с красивым медальончиком, с подвеской. Она реально смотрится красиво, нежно и оригинально. С этим все. И последнее на сегодня — это наши с Лешей новые браслетики с сайта SoFeel, типа из серебра. На этот раз все пришло в другой коробочке. Она черного цвета, очень красивая, лаконичная. Она якобы прорезиненная. Здесь написано SoFeel. Пришло все замечательно, просто упаковано. Также у меня в коробочке был пакетик SoFeel. Вот такой бархатный мешочек. И также сертификат, что это настоящее серебро. Я не буду утверждать, настоящее это серебро или не настоящее, или просто только покрытие, потому что к ювелиру я не ходила. Но могу сказать по моим предыдущим украшениям, что, в принципе, до сих пор все в целости и сохранности. Шармиков с наших, с Лешей, ни один камушек не отвалился. Браслетики, да, когда я их не ношу, они темнеют. Потом Леша как-то их чистит, мы носим их постоянно, и они не темнеют. То есть на коже они не темнеют почему-то, а когда они просто лежат, они имеют свойство темнеть, но при этом они не ржавеют. Потом я до этого, в принципе, не так давно, также на официальном сайте заказывала себе несколько пар сережечек, одни из которых у меня сегодня на ушках. Это у нас типа серебро плюс золото. И вот эта парочка, гвоздики, такие красивые цветочки, стали моими самыми любимыми. И я их просто ношу практически каждый день, не снимая, потому что очень довольна. Но давайте вернемся к браслетикам.
Все красиво здесь тоже оформлено, было перевязано таким красивым красно-малиновым бантом. Здесь у нас салфеточка и наши браслетики. Лешин вариант серебристый металл, это полностью серебро, по крайней мере так заявлено. Диаметр у них идет стандартный и он регулируется. И здесь на каждом браслетике с обратной стороны есть проба 925 серебра. У меня также якобы серебро, но уже с другим напылением. Это розовое золото. У меня средний диаметр, есть еще самый тоненький. В принципе, очень мы остались довольны качеством выполнения, самой надписью, гравировкой. Мы выбрали для себя надпись «Моя любовь всегда со мной». Это очень значимое словосочетание для нас. «My love always with me». Мне кажется, это очень красиво, мило, романтично. И как раз это нам подарочек к нашей предстоящей годовщине. Пока мы носим, в принципе, довольны. Ничего с ними на данный момент не произошло. У меня браслетик не облез. Хотя я с ним постоянно мою руки, очень часто его ношу. Алёша вообще носит этот браслетик, не снимая, даже с ним купается. Единственное, только сегодня попросила, чтобы он не оставил, чтобы я вам показала. В принципе, все хорошо, но, как по мне, цена все же довольно-таки завышена. Это очень дорого для таких браслетиков. Даже несмотря на то, что это браслетики под заказ, гравировка из настоящего полностью, это все серебро, но все равно это дорого. Но опять же, это мое мнение. Но так как мне это предложили на обзор, все посмотреть, заказать, протестировать, вам показать, то в принципе я согласилась, потому что у меня уже ни одно, ни первое украшение сайта SoFeel, в принципе я ими довольна. Поэтому носим и будем носить их с огромным удовольствием. Даже несмотря на то, что я не люблю носить никакие украшения, кольца, такие браслетики. Но, тем не менее, мне очень нравится эта надпись «Моя любовь всегда со мной», которая нам греет сердце. На сегодня это все. Вот и все мои обновочки. Надеюсь, вам понравилось данное видео. И напишите, что больше всего из моих новинок вам приглянулось. Я буду очень ждать ваших комментариев. А на сегодня это все. Всем спасибо за внимание и всем пока-пока. До новых встреч. Чао, мои крошки.